меня на фоне туалет. Круто! Ну что, всем доброе утро! Мы, как вы видите, катаемся с сестрой, с Янкой по магазинам. Вы уже, наверное, видели. И продолжаем дальше кататься по магазинам. Сейчас мы едем в Ашан. Что мы там будем делать, не знаю. Посмотрим и вам покажем. Вчера я видео не снимала, вы это заметили, я ничего не выставляла, потому что вчера, в принципе, был такой же день, как и предыдущих два, поэтому решила не повторяться. Но сегодня суббота, сегодня моя сестра с нами, поэтому мы гуляем. Ну, а вам предлагаем гулять вместе с нами. Хотела что вам показать. Вот мы сейчас гуляем по Ашану, и вы знаете, что в наших странах практически везде вход с животными воспрещен, в такие торговые центры большие, да? То есть здесь я обратила внимание, смотрите, прямо на дверях есть табличка о том, что можно заходить с животными, либо в наморднике, либо брать с собой пакетик, чтобы если вдруг что за ним убрать. Но при этом для дружелюбных собак вход разрешен. Сейчас вам покажу эти наклеечки на дверях. И еще один момент, который тоже хочу вам показать. Смотрите, вот такие наклеечки, которые говорят о том, что вход с собаками разрешен. Сейчас мы с вами зайдем и смотрите еще, что здесь есть. Вот вы пришли, например, с собачкой, а ваша собачка хочет пить. И вам не надо думать, как ее напоить. Здесь есть мисочки, в которую можно налить водичку, и ваша собачка попьет. Это вот этот момент, который присущ всем, наверное, европейским странам. Здесь думают не только о людях, здесь думают также и о братьях наших меньших. Так, мы гуляем дальше, идем. Сестра себе купила туфли, вы видели? Туфли я, к сожалению, не засняла, но они очень красивые, которые она купила. А сейчас мы идем мерить мне очки, потому что мне моя сестра сказала, что мне не идет эта оправа. Что вы думаете, можете написать в комментариях, идет мне эта оправа или нет. Прикольненько. Ой, штаны классные. Штаны классные. Клёши тем более.
я выбрала оправу. Мы сейчас ее заказали, чтобы сделали как надо мне дёптри. Но, к сожалению, она будет готова только в конце августа, либо в начале сентября. Скорее всего, я уже уеду, потом мне как-нибудь сестра передаст, возможно, через мою маму. И будет у меня очень-очень-очень красивая оправа. Пока вам ничего не показываю, потому что увидите, когда она у меня будет. Потому что у тебя ее еще нет. Потому что у меня ее нету. У нас уже прошло время обеда, мы были чуть-чуть дома, и сейчас мы едем на озеро Кома. Для тех, кто не знает, это, наверное, самое красивое место, в принципе, из всех, которые я видела за всю свою жизнь. Вот, поэтому всегда с радостью еду, очень-очень люблю там гулять, так что вам покажу. Нам очень жарко. Взяли вот такой вот лед со вкусом. У меня лимончик, у сестры клубничка. Но сейчас уже солнышко вроде пропадает, так что скоро будет нам хорошо. Вот, ну а вы пока можете посмотреть, в каком красивом месте мы находимся. Машине мы погуляли, да. Хорошо прогулялись. Знаете, да. Город очень красивый, если вы когда-нибудь будете в Италии, я действительно советую вам посетить именно этот городок. Я тоже. Что могу вам сказать? Очень жаль, что на камеру нельзя показать вот всю красоту, которую здесь видишь. Ну, во-первых, потому что очень много людей, и просто это нереально все заснять. И во-вторых, просто камера, наверное, не передает всю эту красоту, которую ты можешь увидеть своими глазами. Поэтому я надеюсь, вы чуть-чуть посмотрели, прогулялись вместе со мной. Можете мне за это поставить лайк, за то, что я беру вас с собой, показываю вам интересные места. Ну и что еще хотела сказать? Обязательно приезжайте в Кома. Вот. А мы идем уже к машине, да? Ну что, мои хорошие, уже вечер. Мы приехали в соседний городок чуть-чуть погулять на детской площадке, точнее, чтобы Янка погуляла. И сейчас уже скоро будем собираться домой, отдыхать, ложиться спать. Поэтому увидимся, скорее всего, с вами уже завтра. Всем вам желаю спокойной ночи и спасибо, что были со мной. С вами была Оля. Пока-пока.